Депутаты межфракционного объединения «Народный контроль» передали в Конституционный суд представление, требуют отменить закон, по которому большая часть финансирования больниц и ПТУ ложится на местные бюджеты. За изменение в бюджетный кодекс парламент проголосовал в декабре 2016 года, и это уже привело к негативным последствиям. Так считает лидер «Народного контроля» Дмитрий Добродомов. Из-за сокращения госсубвенций массово закрываются поликлиники, врачей переводят на неполную ставку. Та же ситуация и с ПТУ. По суті, конституційний переворот в даному випадку, порушивши одразу 11 статей Конституції, так і два рішення Конституційного суду. Ми ініціювали збір цих підписів, ми назбирали 46 підписів, чого є достатньо для розгляду Конституційного суду. Закон, проголосований Верховною Радою, скасувати і повернути все в конституційне поле.